Я вас всех приветствую из Самарской области, это город Жигулевск, стадион «Кристалл». И сегодня здесь, в рамках второго тура Мейлбет первой лиги, встретятся команды «Акрон» – город Тольятти, и «Шинник» – город Ярославль. Ну, сначала атака тольяттинцев, уже на штрафной площади, можно пробить Гераев, и 1-0! Вот здесь не стал Карим Гераев делать передачи и забивает первым же ударом в створ тольяттинский клуб, и это шестая минута. Но сегодня этого не произошло. Киллин здесь точно не будет положения вне игры. Момент какой, и 2-0. Даже если и выбивал там защитник в лице капитана ярославского «Шинника» Евгения Осипова мяч, то в любом случае оказался в итоге-то спортивный снаряд за линией ворот. Подключаю сейчас Батютина. Батютин в первом тайме сумасшедший выстрел нанес. И вот, пожалуйста, вам гол. Ошибка Сергея Волкова приводит к тому, что счет изменился. 2-1. 13-я минута первого тайма. И сработала замена. Наброс мяч штрафную, как в хоккее делают. Нет здесь нарушения правил. Атака продолжается. Гангапшев. И вот здесь какой удар, и 2-2! Андрей Семенов сравнивает счет, 2-2. Ну что же, какие классные начала таймов мы с вами видим. Гангапшев бьет, и мяч. Неужели в штангу попадает? Либо это Сергей Волков. А вот здесь гол, и 3-2! Вот это матч! Засчитан гол, 93-я минута встречи. 3-2. Ярославский «Шинник» просто выгрызает сегодняшний матч. Свисток, удар. Исправляется Филиппов. Это, скорее всего, да. Звучит свисток Сергея Чебана. И «Шинник» Ярославский просто вырывает победу в этом матче.